В обществе с ограниченной ответственностью Полесья посевная кампания идет полным ходом. В настоящее время техническими культурами засеяно более 900 гектаров. Посевные комплексы работают в круглосуточном режиме. На очереди посадка яровых зерновых культур. Благодаря новому оборудованию у механизаторов появилась возможность быстрее завершить посевную. 2 года назад нами была приобретена первая сеялка Амазоны DMC. Зарекомендовала себя она очень хорошо, поэтому в этом году нами принято было решение о приобретении еще одного такого посевного комплекса. На сегодняшний период времени их у нас 2. Сейчас мы производим посев льна. Качеством этой сеялки довольны. Кроме зерновых и зернобобовых культур, сельхозпредприятием в большом объеме производится посев масляничного льна. Более точно и качественно выполнить свою работу механизаторам позволяет новое оборудование, которое установлено на тракторах. Есть опыт у меня 5 лет на старого образца кировца. Как бы по сравнению со старым, небо и земля, конечно. В плане комфорта, ну и работы, работоспособности, как бы. Очень большая разница. Система автоматического вождения, работающая через спутниковую связь, позволяет выдерживать не только точное движение агрегатов, но и исключать огрехи и пересев. Благодаря таким технологиям происходит существенная экономия семенного материала и времени работы в посевной период. Конечно, это уже современная техника. Раньше, если был кировец старый, да, ни кондиционера, ничего, а тут и кондиционер, и все есть. И по скорости идет быстрее намного. Профессионального обучения рабочие не проходили. Специалисты, которые осуществляли сборку агрегатов, рассказали механизаторам обо всех тонкостях работы на новом оборудовании. Посев сельскохозяйственных культур осуществляется 2 комплексами. СПК «Колхоз Дмитриевский» также приобрел много новой техники, среди которой есть сеялки и трактора. 7 поля. На полях у нас работает 6 единиц. Зерносмесь 7. Техника вся у нас. Ну, часть новая, часть старая, но отремонтируем. Пока на лучшее надеемся, чтобы все, что было нормально у нас, не ломалось ничего. План на весенние полевые работы в колхозе составляет 5613 гектаров. Большую часть посевных площадей займут кормовые культуры. В настоящее время более 700 гектаров засеяно однолетними травами для заготовки сенажа.